в взрослом возрасте, и поэтому искать другое место, и, наверное, я брошу танцы, если надо больше. Что у тебя за медали, за что ты получила? Сколько у тебя вообще? Не знаю, сколько, но я думаю, очень много. Ну, это еще не все медали, и я уже где-то лет 8 точно участвую именно в конкурсах и занимала разные места. Мы были в разных городах и странах, были и в Польше, и в Китае, и по всей Украине ездили.